На территории Карачаево-Черкесии сотрудниками госавтоинспекции проводится второй этап профилактической операции «Пешеход». Ее основными задачами являются выявление, пресечение и профилактика нарушений правил дорожного движения с участием пешеходов. В рейд с сотрудниками ГИБДД отправилась и наша съемочная группа. Репортаж Мурата Джанкезова. На транспортных артериях республиканской столицы в рабочие дни всегда оживленно. В городе много светофоров и пешеходных переходов. Среди самых распространенных нарушений – переход дороги в неположенном месте. В большинстве случаев пешеходы становятся жертвами ДТП из-за своей беспечности. Особенно вот в таких местах, где мы сейчас находимся, то есть три полосы движения, пешеходам надо убедиться, что все три полосы транспорта остановились и их пропускают. Основные причины ДТП, наезда на пешехода, является именно вот это, что они выходят из-за машины, вторая машина не останавливается. В основном из-за этого сбивают пешехода. Во время съемок прямо на наших глазах люди смело бросаются под машины, желая сэкономить несколько минут и быстрее перебежать дорогу. Один из таких торопых пообещал больше не нарушать правила перехода проезжей части. На пешехода административное наказание за счет предупреждения или штраф в размере 500 рублей. Нарушать я больше не буду. Ну, чтобы было поменьше чрезвычайных происшествий каких-то, нужно не нарушать правила дорожного движения. Статистика ДТП напоминает боевые сводки с фронта. С начала текущего года в республике зарегистрировано 29 ДТП, в которых погибло 8 человек. 38 получили ранения различной степени тяжести. Из 29 дорожно-транспортных происшествий, совершенных с 1 по 27 января текущего года, 4 были связаны с наездами на пешеходов, одно со смертельным исходом. Обращаемся ко всем участникам дорожного движения, как водителям, так и пешеходам, с просьбой соблюдать правила дорожного движения. Профилактическая операция «Пешеход» в республике проводится ежегодно на постоянной основе и напоминает участникам дорожного движения о правилах и мерах осторожности на дорогах и пешеходных переходах. Мурат Джанкезов, Максим Долгов, Вести Карачаево-Черкесия.